Всем здравствуйте, дамы и господа, как и всегда, с вами Ахмед Медок. Сегодня я вас научу арабскому языку, для вас буду учителем арабского языка. Когда вы сюда прилетаете в Египет и хотите узнавать несколько слов, даже если вы в арабской стране, я сейчас вас научу. Когда утром, надо сказать, доброе утро, это по-арабски сабах аль-хир. И когда говорите сабах аль-хир, не сабах, говорите правильно, сабах аль-хир, это доброе утро. А добрый день, это по-арабски нахарак саид. Добрый день, это нахарак саид. А когда говорит доброй ночью или добрый вечер, это надо сказать по-арабски маса аль-хир. Маса аль-хир, это добрый вечер или доброй ночью. А когда спрашивают, сколько это стоит? Сколько это стоит? Кам сар? Кам сар? Дорого. Гали. Дорого. Гали. Дешево. Рахис. Нормально. Басит. Когда спрашивают, как тебя зовут? Ма исмак? Как дела? Кейф аль-хал? Я буду много научить, но это несколько слов. Я потом буду еще вас научить. Дорогие друзья, в конце моего видео, если вам нравится, не забудьте подписаться на мой канал, написать комментарий и сделать лайк. Сделайте лайк. Вам всего хорошего. Я еще много вам покажу. Пока, по-арабски, маа салама.